24 лютого началась война, и раз тыдень я уже был в Киеве. Первая рота это была рота боевая, которая принимала удел в боевых деяниях и выезжала на некие разные задания, а я был в другой роте. Привет, я Глеб, сейчас спущусь. Вітаю, я хочу. Я живу в Фаніполе у своего брата и у моей крестной матки и переехал до Варшавы здесь под конец 2020 года. Мне тогда было 16 год, а моему брату было 17 год. И мы переехали сами сюда. Некий час мы жили у двух, а позднее до нас приехала крестная матка. Когда у Глеба были большие проблемы даже не в семье, а с белорусским государством, такое социальное взаимодействие, его забирали в приют, и моя мама оформляла на себя опекунство. Это был 2019 год, и мы тогда погрузились в политическую жизнь, в активизм. Мы начали работать-волонтерить на наш дом, правозащитную международную организацию. В 2020 году, когда начались протесты, мы тоже с начала лета ходили, участвовали. Но когда уже прошли выборы, пошли на очередной митинг, нас там задержали, отвезли в Окрестина, ну и там дальше по сценарию. Мне сразу было тяжко, потому что я неполнолетний, мой брат неполнолетний, але у него, то есть мама, у меня нема никого, и я неполногодовый, звертаюсь до Влады Польшчы и прошу политичный притулок. Мне допомог Хельсинкский комитет с тем, как я отримал статус охраны. 24 лютого началась война, а 25-го мне исполнилось 18 годов, и 16 лютого я написал в Фейсбуке пост про то, что когда начнется война, я поеду помогать украинцам. Когда первая рота начала расширение, то меня взяли в первую роту, и тогда отбылось первое такое боевое задание. И мы поехали в Бучу. Был лес, и мы были у будинку на 10-м поверсе. И всю ночь мы сочили, как русские не подходили до нас, а их было вельми шмат там. Я тогда был другим номером ПКМа, пулемета «Разлик». И мы сочили за русскими копами, и они не подходили. И тогда первый раз были пострелы, когда русские пошли до нас, хотели до нас зайти туда. Але они сбегли туда. Пучах это был первый боевой выход, а другие уже это был остатний. Это был не на день, не на два, не на три, это было на 3 месяца. 3 месяца мы были в зоне боевых дел. Мы были на юге Украины, и завжди нас могли взять и завести на нуль, на первую линию фронта. Есть ты, и раз 500 метров есть русские. В любой момент. Был минометный обстрел, мы заходили тогда на позиции, позднее был еще один обстрел, а летом уже была тяжкая техника. И тогда шкепок трапил мне в ногу, а разорвался он у 2 метрах нельзя от меня. Тогда был поранен мой братим Хмель, и еще один сгубил 2 пальца. Я сначала этого не зауважил, бо был адреналин, и я это зауважил только тогда, когда повернулся в расположение. Когда себе снял форму. Это подсумок Паши Волота, и он отдал мне его перед тем, как загинул, за 3 дня до того. Это подсумок русского, это трофейный подсумок. Мой психологический стан повлиял на то, как я зашел. Тогда я звернулся за помощью у центра, который помогает, але я месяц ходил так, без допомоги. Панические атаки, ПТСР так само был. И когда я отримал поранение, я еще был контуженный. И у меня были голосы в голове. Я съезжал из Украины, это было 9 липня. И 10 я уже был тут, в Польше. От момента моего приезда до України, і до моменту, коли я вже опинився тут, пройшло рівно 5 місяців. Я хотів би тільки так повернутися до себе, любити, бути любимим. Дівчина без складана, бо я вже втратив одну дівчину, і це так само вельми тяжко, то було. Моє перше кохання, я закохався перший раз в житті. Але так само из-за того, что у меня такие психологические стороны, тратил я.